Так сюрприз — это поход? Боже, как несправедливо. Парни и девушки вместе, как нам их победить? Это несправедливо по отношению к нам, к девушкам. Огненная волчица, почему ты молчишь? Если болтаете, значит, у вас полно сил. Давайте прибавим шагу, иначе они нас догонят. Что с ней сегодня? Да что такое? Кто знает, что ее расстроило. Думаю, она хочет вернуть свои очки. Сяоди, здорово. Я наконец смогу побыть с тобой наедине. Сяоди, я с тобой разговариваю. В тренировочном лагере зови меня огненной волчицей. Огненная волчица, я сделал что-то не так? Ты раньше не была такой. Я просто хочу пройти тренировку и вернуть все свои очки. Тогда что насчет нас? Каких нас? Огненная волчица. Что ты делаешь? Я просто хочу узнать, что случилось. Почему ты начала избегать меня, как только вернулась? Ты забыла обо всем, что было между нами? Когда я впервые увидел тебя, я почувствовал, что мы очень похожи. Именно поэтому мы так сблизились. Несмотря ни на что, мы всегда будем вместе. Неважно, где мы находимся. В 100 метрах друг от друга. Или в другой части света. Главное, что мы есть друг у друга. С этого момента мы всегда будем вместе. А если я дам тебе повод остаться? Что? Можешь остаться ради меня? Если ты что-то решила, я надеюсь, ты мне расскажешь. Ты мне не нравишься. Нет. Я тебе не верю. Между нами все кончено. Вовсе нет. Я не знаю, почему ты так внезапно изменилась. Но я буду ждать тебя. Я не хочу, чтобы ты ждал меня.